Такой пух у нас в городе от тополей. Вот как лето, июнь, все, цветут тополя, пух летит, аллергия, кто болеет, начинают кашлять, чихать. Погода просит сама рассыпать желтые листья, под окна бросить их мне. Штурм на Ретро-ФМ. Ну да, настроение сегодня соответствующее такое, школьно-выпускное, потому что гулять будут наши выпускники буквально сегодня, завтра, может быть, кто-то послезавтра, ну, там может, кто-то еще и послезавтра. Да. Но самое главное, что такое, в взрослую жизнь уходят ребята. Да, совершенно верно. Но у нас немножко сентиментальное настроение, потому что вспоминаем, кем мы мечтали стать, когда заканчивали школу. Ну и сравниваем, кем стали сейчас. Вот, пожалуйста, сообщение ВКонтакте от Натальи из Тулы. Я после школы мечтала быть стюардессой, а стала машинистом башенного крана. Кстати, тоже рядом с самолетами, ну, да, с облаками, с птицами. Высоковато. Да. Людмила из Мурома мечтала стать астрономом, в итоге стала инженером, инженерно-техническим работником. Но страсть к звездам осталась, я так понимаю, в телескоп заглядывает, за соседями подглядывает, все нормально, да. СМС-очка пришла от Евгении, которая хотела стать поваром, но в последний момент передумала и пошла учиться на медсестру. Теперь успешно работает врачом-гинекологом на Сахалине. Тоже интересная кухня. Ну и вот тоже еще одна СМС-очка у нас есть от Татьяны из Краснодара. Мечтала стать директором цирка, причем именно на Цветном бульваре. Молодец. Вот, а стала инженером-сметчиком. Ну, что тут сказать? Говорит, проза жизни. А почему нет-то? Нормальная профессия. Главное, что за слонами убирать не надо. Это факт. Не надо, да. Так, ну что же, друзья, мы всегда вам рады. В группе «Первая смена» ВКонтакте. Заходите, пишите. Ну и с выпускными всех нас. Thank you.
«Ночная смена» на ретро.